Добрый день! Всем привет с Харькова! Я сегодня хотела записать видео, именно рассказать нашу ситуацию, потому что я, в принципе, смонтировала видео просто прогулку, без слов, с музыкой. Но немножечко хочется рассказать, какая у нас ситуация. С понедельника, когда были сильные обстрелы, было обесточено почти весь город, птички сидят, ждут что-то. Вот, и как бы постепенно где-то что-то бомбятся. Вчера опять у нас в Харькове в 11 часов вечера, давно уже такого не было, пошли обстрелы по городу. Запорожская АЭС обесточена. У нас, я не знаю, нам сказали, что что-то сгорело, какое-то здание. Ну, не уточняется, что и где. Вот сегодня посмотрела просто по Харьковской области, 11 или 12 населенных пунктов были обстрелы. Вот скажите мне, что это такое, я, честно говоря, не могу понять. И два погибших по области, один мужчина-тракторист на тракторе, пытался что-то делать и взорвался, погиб. Вот такая у нас ситуация. Отопление после понедельника, нам отопление включили, было тепло, после понедельника отопление вырубило. Город начал отапливаться, наш подъезд холодный, соседний подъезд включили, ждали вчера сантехника к нам, чтобы пришел, он уже и шел к нам, но его срочно вызвали на улицу Сумскую, там какие-то проблемы были. И он пошел. Сегодня, может, включат в нас. Но опять... Вчера вечером и ночью опять были обстрелы, опять новые какие-то проблемы. Вот то, что я вкратце хотела рассказать. На улице у нас похолодало, градусник показывает плюс 3. Ну, может быть, немножко, конечно, теплее у нас, но все равно холодно. И вот, честно говоря, сегодня меня разбудили по телефону, и мне снился сон. Вот, ну, я как бы сны не запоминаю, да, как бы, ну, как многие. Вот. А это снится сон, что как бы город, идут наступления, идут военные действия, и нам сказали быстренько уходить, уходить, бегом уходить отсюда. И я пытаюсь уйти, ну как бы не я одна, как бы нас много. Вот. Но моя мама, которая с 86-го года уже, как говорится, в другом мире, вот, я почему-то ее должна найти. Вот она где-то в убежище, я ее пытаюсь найти, я захожу в убежище, ищу, хожу, мама, мама, зову. Вот я ее не нашла, но посмотрела, убежище хорошее, думаю, не буду я никуда уходить, останусь здесь, и какое-то время в любом случае мы переживем. Вот, там были дети и, ну, как бы, население. Простое мирное население в этом бомбоубежище. И вы знаете, мне казалось, что это бомбоубежище, как вот с фильмов «Одесская», да, «Катакомбы», но более цивильное. И когда я проснулась, я пыталась вспомнить вообще, от кого мы бежали? От немцев или от кого? Или от русских? Вы понимаете, какая у нас ситуация? То есть зачем бомбить мирную страну, мирные города, если вы воюете с армией? Вот я не понимаю. Даже вот Святогора хочу спросить, что он думает на эту тему. Вот подождите, подождите, вас освободят. Кто нас освободит? От чего освободит? От жизни освободит? Или от чего? Мне просто интересно. Вы понимаете, иногда вот я жду, когда будет мирный Харьков, и гулять, как обычно, гулять по нашему городу. Но когда я записываю видео, нам же записывать много нельзя, вот, показывать, потому что такая ситуация непростая, и люди озлобленные, и непонятно, что кто против кого и как воюет. То есть воюют с мирным населением. Вот на носу зима, и вы хотите, чтобы мы остались без света, без тепла, да? И что мы здесь, и что мы должны сделать? Это вопросы, на которые нет ответа. Все, извините за эмоциональность, это я вот сейчас иду на работу и решила записать вам видео. Чуть позже выйдет обычное нормальное видео без эмоций, просто природа. Всем удачи, благополучия, радости, мирного неба над головой. Всем добрым, мирным людям. Всем пока-пока.